Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Художник Владимир Любаров сегодня у меня в гостях. Здравствуйте. Здрасте, Владимир Семенович. Тот, кто видел хоть одну картину, вернее, картинку, как он сам их называет, Владимира Любарова, в следующий раз, увидев другие, наверняка безошибочно признает любаровское авторство. Его стиль очень выражен и индивидуален, и при этом его картинки вызывают в памяти имя Пиросмани, еще какие-то имена и образы наивного искусства. И чего в любаровских картинках больше, оригинальной самобытности или традиции, это даже не вопрос. Скорее, тут найдено какое-то идеально гармоничное их сочетание. Владимир Любаров вообще, видимо, очень гармоничный человек, живущий в ладу с самим собой и окружающим миром. Именно поэтому ему удается то, что редко кому удается. Вполне себе преуспевающий книжный оформитель, в 50 без малого лет он решил изменить собственную судьбу, уехал за 200 с лишним верст из столицы, поселился в деревне Перемилово Владимирской губернии и превратился в художника-станковиста. Мир своих живописных образов он сузил до границ этой самой, доселе никому неведомой деревни, рисуя исключительно ее обитателей, двуногих и четвероногих, и ее материальный, неодушевленный быт. И снискал на этом поприще грандиозный успех. Книжным оформителем он был, видимо, очень хорошим, высокопрофессиональным, но все же не единственным в своем роде. А живописец Любаров из деревни Перемилово, он такой один. Вы знаете, я бы хотел говорить не только о вашем знаменитом этом Перемилове, а потому что биография ваша богатая, помимо Перемилова, до Перемилова, много было всякого интересного. А во-вторых, еще и разбирая эту биографию, я бы хотел, так сказать, понять, как вы дошли до жизни такой. Да? Давайте попробуем. Уехали, да. Уехали в этот свой не то Барбизон, не то Таити, уж не знаю, какое сравнение вам больше понравится. Поэтому начнем как-то сначала. Да? Я знаю, что корни ваши уходят на щирую Украину. Не так ли? И бабка, если верить, опять же, интернету и, в частности, вашему сайту, бабка ваша чуть ли не корчму держала. Было дело? Да, значит, бабушка моя родилась в еврейском местечке на границе с Польшей. Угу. Или в самой Польше, или вот на границе с Польшей. Угу. Вот. Она мне очень много рассказывала о том, что она переезжала с места на место, и в конце концов она оказалась в Харькове и держала, ну, шинок это, или это то, что называется столовая, мне сейчас трудно сказать, ресторанчик. То есть у нее там столовались... Корчма на польской границе. Ну, что-то вот такое... В любом случае, там у нее обедали постоянные клиенты, и она таким образом содержала семью. Семья была не маленькая, четверо детей. Вот. А дедушка у меня был, наверное, замечательный. Я его не помню, он умер, когда ему было 3 года. Но у него была одна такая страсть, которая бабушке совершенно не нравилась. Он играл в карты. А почему не нравился? Он проигрывал? Если бы он выигрывал, наверное, бы ей нравилось. Потому что я помню, что я вот совсем маленьким был, и она мне, значит, рассказывала, жаловалась на него. Ну вот, говорит, гад. Да, она таких слов не произносила. Вот. Проиграл раза 2 или 3, значит, мою корчму. Ничего себе! Харчевну. Вот он был какой-то страстный человек. Может быть, я вот сейчас думаю, может быть, какая-то вот художественная жилка у меня тоже, может быть, от него. Я не знаю. Ну да, я поэтому про них и спросил, прочитав такие колоритные, да, как бы, так сказать, обе фигуры. Да, ага. Бабушка моя вообще была сама по себе колоритная фигура. Но ей просто тяжело в жизни давалось. Она мне очень много рассказывала историй из жизни местечек.
о том, как они ходили вот перед Йом-Кипуром, раздавали бедным после, а сами были очень бедные, жили очень тесно. И мы жили тесно, потому что мы жили в коммунальной квартире, 15 метров, уже в Москве. Да. Вообще все родились вне Москвы. Приехали, и как бы через год или через два там вот в роддоме, который оказался прямо напротив дома, вот так вот он удобно сложилось. Ага. Да, родился я. И это Щипок, если я не ошибаюсь, это улица Щипок. Щипок, знаменитый тоже, в общем, такой, так сказать, замоскворецкая, да, часть замоскворечья. Щипок. Знаете, как, почему он называется Щипок? Не по ворам, нет? Нет. Щипачам, нет? Нет. Там, значит, еще там есть зацепа. Зацепа, там конечно. Там были цепи. А-га. Это было край Москвы. Угу. Край Москвы. Такая таможня такая, таможня. Да? Таможня. И эта таможня, они щупами... Щупали, как интересно, допустим, не знал. Сено или провозили там хлеб. Они щупали, ничего ли там нету, ну, да, да, да. Этого Ух самого ты. Запрещенного. В основном они искали оружие. То есть это где-то 19 века название. Не более старое. Ну, грандиозно. Называется, не знал, Щипок. Вот, а? Место вообще замечательное. И много там ведь, помимо вас, хороших людей перебывало. Там и с Тарковским это связано. Андрей Тарковский. Конечно, да, конечно. Вот. Да, да. Не сохранился этот деревянный дом их. Не сохранился. Там Хотя какой-то деревянный домик... Мой дом тоже не сохранился. Но какой деревянный домик, я помню, на Щипке, когда проезжал, что-то там и вот сохранилось. Там вот есть, буквально. Там есть это самое, просто табличка. Что, значит, здесь да, жил да, да. Андрей да, Тарговский. Есть. Он родился есть. Там, ну, чуть-чуть постарше меня. Скажите мне, а с чего рисование-то началось? Когда вы стали рисовать? И когда и кто заметил, что у вас это как-то получается недурно? Да. Значит, начал я рисовать. Это я уже сейчас понял. Рано. Но меня, значит, рано начали учить музыке. Почему начали учить музыке? Потому что в этой маленькой комнате у моих родственников, там тоже 15 метров, у них стоял огромный инструмент. Рояль. Но надо было что-то конечно, делать. Найти ему применение. Вообще, как он туда попал, тоже понять невозможно. То ли строящийся дом, я не знаю. Стоял большой, настоящий, такой дворянский рояль. И меня начали учить. И учительница, видимо, у меня была настолько бездарной, что она привела мне отвращение вообще к этому. Я понял, я в жизни не любил только двух вещей. Я манную кашу терпеть не мог, и вот этот рояль. Отец говорит, как можно? У нас уже есть рояль, как можно не учиться? Я говорю, ну ты учись. Он мне говорит, мне поздно. А потом я инженер. Короче говоря, я начал рисовать. И потихоньку мои родители смирились с тем, что у меня все протестует против этого рояля. Я, кстати, музыку очень любил. Все-таки любовь к музыке все-таки взяла меня любили. Ага. Но знаете, ну, она мне гаммы эти самые заставляла. Но играть так и не выучились, нет? Нет, я даже рояль, когда вижу сейчас, мне неприятно. Ну, да. Я начал рисовать после этого рояля. И увлекся, и мне это жутко понравилось. Причем у меня учителей не было, в отличие от, значит, учителя музыки. И так потихоньку я начал рисовать. Ну, вначале я рисовал военные всякие сцены. Почему? Я дитё войны. Ну, конечно, я ещё всё недалеко было. В 1944 году все бредили войной. Все игры были с автоматами, фашисты, красные. Ну, и я тоже рисовал, значит. Вот. Однажды я нарисовал толстую тётку. Ну, вот откуда они пошли. Вот. Но в действительности я подсмотрел... У своей соседки она все время рисовала девочек с бантами. Ага. И ее все хвалили, в отличие от меня. Вот ей все хвалили. Ты посмотри, как Нина Гусарова рисует. Посмотри. Я думаю, я тоже, может, так могу. Но у меня вместо вот этой тоненькой макаронины получилась толстая женщина. Мать увидела, говорит, слушай, это на тетю Веру похоже. Давай-ка уберем лучше. И с тех пор я
взрослым картинки не показывал. Я понял, что они не так поймут меня. И опять будет. С того времени я рисовал все время. Мне это очень понравилось. И услышал по радио объявление о приеме в художественную школу. Среднюю еще как бы школу, да? Да, угу. Да. То есть это школа после 4 лет. Угу, туда угу. принимали, надо было окончить 4 класса, дальше сдавать экзамены туда, и уже там 5 класс ты будешь учиться угу. одновременно художественные все эти самые предметы и общие предметы. Угу, угу. Услышал, пошел, допустили до экзаменов, сдал. И закончил, в общем, достаточно легендарную школу МСХШ. МСХШ. А почему после школы полиграфический, не какой-нибудь Суриковский, ничего? Да, вот вообще это школа при институте имени Сурикова. Угу. Но я когда пошел в институт, посмотрел, что делают студенты, я понял, что их учат быть такими реалистами соцреализма. Не просто угу. реалист, а вот... То есть там очень ограниченные все каноны. Угу, нужно угу. быть таким партийным художником. Что-то какой вы разборчивый уже тогда были. Да, да. Пошел в полиграфический институт. Там мне понравилось. Во-первых, книга. Я к тому времени уже начал так очень, очень интенсивно читать. Потом преподаватели такие либеральные, угу. понимаете? Там преподавал Андрей Дмитриевич Гончаров. Я знаю, что вы Гончаров. Да. Это дядя нашего Володи Карамурзе, между прочим. Да? Да, да, да. Ну, и это замечательные, конечно, книжные конечно. Оформитель, книжный график. Я посмотрел, там художники. Там они говорят совсем на другом языке. Угу. Знаете, угу. они говорят таким интеллигентным, я бы даже сказал, дворянским языком, в отличие вот от живописцев, которые были в Суриковском. И ну, туда так просто попасть было нельзя. Там из школы у меня прямой путь. Угу. В Суриковской да, был бы. Да. Короче говоря, подключился к этому делу. У меня был дядя, которого все звали дядя Миша с большой головой. У него интересная история. Он, когда был молодой, он был очень хорош собой, но очень девушек любил. А девушки, видимо, любили его. И однажды произошла неприятность, он, видимо, положил глаз не на ту девушку, ему пришлось убегать, угу. и он упал в шахту лифта. Ух ты, Господи! Я лично не видел, поэтому угу. я, это такие угу. семейные предания, да? Упал в шахту лифта и ударился головой. Ох ты, Господи, ох ты мой, ну история. А у вас, кажется, есть какая-то картина на эту тему? Или я ошибаюсь? Что-то мне припоминается. Ну, я считаю, что у меня после, как бы, внутренней, у меня же все-таки я рисую людей, у которых голова больше да, естественной. Непропорционально, да? ага. Вот. Может быть, он повлиял. Интересно. Но он был полиграфистом. И, вот уж и уж бабкины рассказы повлияли, насколько я понимаю, на конечно, еврейскую вашу да, серию. На еврейскую угу. серию. Угу. Короче говоря, вот он мне помог туда угу. вступить. Угу. Там, ну вот, там был очень такой угу. элитный конкурс. И я стал художником книги. Угу. А ведь еще, насколько, опять же, я знаю, если, да. если я не ошибаюсь, у вас такая тяга к опрощению, к народу рано проявилась. Вы успели поработать где-то маляром на автобазе. Да, да, было да, дело? Да, было дело, да. Я такое очень приятное для меня воспоминание. Ага. Значит, первый год я не поступил в полиграфический институт, угу. на отделение вот, художественное. И меня взял дядя работать художником на автобазу. Как сейчас помню, mm-hmm. автобаза Мосгортранса, номер 20. Черт знает где там. 2 часа мне надо было до нее доезжать. Вот. И там я познакомился с рабочим классом, в том числе с рабочим классом, который там красили. Ну, я был при цехе, который красил автомобили. Машины. Угу.
Причем я помню, как если краска приходила, допустим, зеленая, значит, все машины красили зеленые. Зеленый, то смотрим, он говорит, желтая краска пришла. Это, говорит, начальник говорит, красить желтую. Вот. И у меня там был друг, который, вот, кстати, когда он говорил громко, да, громко, со страстью, у него брызги были цветные. Бог то есть вот до этого, а там же он красил без поляризатора. Ну, то есть надышивался, да? Надышивался. И вот у него прямо это самое... Но человек очень интересный. Он меня, в общем... Я, наверное, вот тогда и понял, что такое как бы философский взгляд на вещи. До этого мне никто не объяснил, что существует несколько взглядов на одно и то же. Существуют философы, которые вот мир толкуют так-то, другие философы трактуют мир так-то. В общем, он мне и вы, насколько я понимаю, уже с тех лет так легко находили язык с самыми, что называется, разными людьми. Вот это, кстати, да, это правильно. Я очень благодарен этой черте, потому что в деревне Перемилово найти общий язык, приехав, значит, из города, было очень трудно. Все, они вообще почти всех воспринимали в штыки. Ну, конечно, как чужаков. Ну, в принципе, меня тоже, конечно, восприняли поначалу в штыки. Но потом они поняли, что я, во-первых, я не выпендриваюсь. Во-вторых, я, и это действительно так, не считаю себя лучше их. Ну, это же или это есть, или это нет. Конечно, это же люди, люди, они, если они там не прочли там несколько сотен книг, они от этого глупее не стали. Может быть, даже наоборот умнее. А если прочли, то, может быть, и не стали умнее. Тогда, да, совершенно верно. Это не зависит. Да, как-то вот это я благодарен этой черте. Вот, понимаете, в чем дело? Мне с ними интересно. К этому мы еще придем, погодите, не будем так торопиться. Хорошо. Книжная графика, работа ваша, огромный опыт работы с книгой. А что, вот я вспоминаю, все-таки, ну, такая у нас полиграфическая база в советское время была... Очень плохая. Плохая? Очень, бумага, даже не то слово. Бумага книжная была плохая. Все эти времена легендарные, там, каких-то книжек издательства «Кнебель», которые иллюстрировали «Мир искусники», «Суриков», «Восемьсов» и прочее, это все осталось в далеком прошлом. Что, тем не менее, в этом было интересного? Смотрите, и привлекательного? Что интересного? Во-первых, значит, были очень интересные, очень хорошие книжные выставки, где художники, книги, причем у нас очень сильная школа художников книги, выставляли оригиналы без посредств. Ну, кое-какие вещи, во-первых, печатали за границей. Это мало, но печатали. Кое-какие вещи печатал, например, там первые образцовые типографии. Да, первые, и Нежданова, если не ошибаюсь. То есть что-то, в общем, было. Что-то, в общем, было. А потом, в общем, была очень сильная школа. Любили это дело? Да. А вообще это невозможно. Если это не любить, это не получится ничего. Конечно, это уж точно. Без любви ничего вообще ничего, не получается. Ничего не получится. Нет, мне интересно. Это игра какая-то с книгой, понимаете. Это замечательно. Он очень конкретный, очень живой, очень земной человек, прекрасно чувствующий, как говорится, фактуру и аромат жизни и этого создающий, потому что его картины нельзя назвать бытописательскими, но и в то же время основу их составляет вот это наблюдение за современными характерами, современными нравами. И у него есть, ну, на мой взгляд, на мой вкус, что самое интересное, своя интонация. Одна работа будет висеть в огромном пространстве, вы сразу узнаете, что это он, его почерк, его интонация, его
характер, который я бы назвал это самый трудный и для мною самый любимый жанр – трагикомедия. Хотя у него нет вещей впрямую, так сказать, трагических, но и у лучших клоунов тоже нету. Или она глубоко спрятана, трагедия. Но вот это соединение юмора, ностальгии, сочувствия, какой-то горькой усмешки. Он как бы этим людям сочувствует и улыбается, и сожалеет о нашем человеческом несовершенстве, но всегда в этом есть и соединение любви и юмора. Вот это, мне кажется, драгоценное и очень нечасто встречающееся сочетание. Я был почти на всех его выставках и встречался с его большим поклонником, нашим общим другом Славой Полуниным. К числу его поклонников относится Юрий Борисович Нарштейн, и мы с ним выясняли публично и оспоривали право экранизации его произведений, но пока в теории оно остается за студентами нашей школы студии «Шар». Я надеюсь, что мы когда-нибудь доберемся до его работ. То, о чем я хотел вас расспросить, конечно, журнал «Химия и жизнь», которому вы отдали, по-моему, лет 15 жизни или около того. Да, да. И да. Это, конечно, часто уже это название ничего никому не говорит, но это был знаменитейший, казалось бы, отраслевой журнал, знаменитейший, достигший какого-то даже по советским временам огромного тиража, там чуть ли не полмиллиона у него был, несколько сотен тысяч. Ну, а по нынешним это вообще какой-то космический тираж. Вот, самый большой тираж был 500 000, при этом подписаться на него было невозможно. Но это закон социализма, понимаете? Выпускаем много, да? Да. Но, правда, почти половина, какой половина? 99% никому не нужно. Вот. Ну, это тоже замечательно, потому что я... Журнал, только я опять журнал, же, я для, да. расскажу да. Нашим зрителям, он публиковал помимо таких, так сказать, химических всяких новостей, обозрений и научных статей, он публиковал научную фантастику, и Брэдбери, и Лема, и из наших, и Стругацких, и Кира Булычева да. публиковал. Журнал вообще вошел в историю тем, что он опубликовал, это было единственное прижизненное издание стихотворения Высоцкого. Да, Высоцкого. Кстати говоря, вот был фильм, совсем недавно был фильм там, и там как бы сказали, что Высоцкого никто не публиковал. Было дело, это был 77-й, кажется, год. Но это тогда это смелый поступок. И плюс еще... В журнале работала под вашим руководством совершенно замечательная плеяда художников, да? Конечно, и Леон там работал, и Тишков там работал, и Златковский, и Басыров тот же. Ващенко. А зачем такому все-таки отраслевому специфическому журналу нужны были такие хорошие художники? И что вы там все делали? Видите, в чем дело. Журнал был, это только кажется, что он отраслевой. Он был для широкого круга интеллигенции российской. Многие, я просто помню, что люди ждали, звонили в редакцию, когда выйдет номер. Но он выходил там в первых числах месяца, да? Когда номер-то выйдет, его получали по подписке. То есть, ну, вот как бы некая, так сказать, ну, не знаю, там, как это называется, пища такая, ну, для души. Для ума и для души. Химия там, конечно, была, но... Читали... Но в необходимой пропорции. Я помню, я приехал в Киев к своему другу-скульптору. Смотрю, у него все в химии жизни. Я говорю, ты что, химия жизни читаешь? Он говорит, ты что, конечно. Я читаю химию жизни, да. А ты знаешь, что я главный художник химии жизни? Он говорит, серьезно? Я помню, то есть скульптор вообще не читает
Ну, я еще что хочу, значит, и сам. Я зашел сейчас, вот готовясь, зашел на сайт журнала. У них очень хороший сайт. Сейчас, конечно, журнал, видимо, уже такой, то есть не видимо, а точно. Но сейчас вообще ничто никому не нужно. Сейчас очень все изменилось. Все совершенно изменилось. Но сайт замечательный, с полным оцифрованным архивом номеров. И там, значит, есть такая отдельная подборка «17 мгновений химии и жизни». И там грандиозное совершенно опубликовано письмо читательницы из Ташкента, которое озаглавлено «Всем работникам и в особенности Рабиновичу». Она называется. Значит, и цитаты из этого письма. «Художественное оформление журнала идиотское. Сколько можно терпеть вашу слабоумную оригинальность? Пора разогнать эту компанию бездарных художников». Потом, значит, она делала такую статистическую выкладку, что засилие евреев среди авторов, далее про саму редакцию. «Дым коромыслом, хотя проповедуете вред курения. Кто-то сидит с собакой, женщины входят в джинсах, что есть признак низкого эстетического вкуса». И вывод. «Не зря вам отвели подвальное помещение». Вы знаете, я, ну, во-первых, колоссальное удовольствие получил это, читая все это, а во-вторых, испытал колоссальную зависть. Зависть, потому что, конечно, сейчас уже, наверное, ни в одной редакции такой атмосферы, такой обстановки, абсолютно какой-то творческой, богемной, артистической, быть, что называется, не может. Я не знаю, но, конечно, обстановка была потрясающая, потому что мог зайти к нам Костандов, это был, ну, как бы, вице-премьер, заместитель председателя Совета министров. Ну, да. Он был министром химической промышленности. Да, я помню. Вот, причем он многие годы был. Причем вел себя, так сказать, вот как нормальный человек. А где вы? Где-то на Ленинском располагались, да? На Ленинском, да. К сожалению, потом турнули оттуда редакцию. Это такой знаменитый, да, прокуренный был. Прокуренный подвал. Туда заходили актеры очень известные. То есть там открыто было для всех. И люди, которые не любили Рабиновича, тоже туда заходили. Тоже заходили, да, почему нет, да. Вот, конечно, вот я сейчас там перечисляю там людей, которые как-то помогли мне в жизни, то, наверное, химия и жизнь, может быть, помог больше всего. Что общего между еврейским культурным центром в Москве и деревней Перемирово? Ничего, кроме разве что имени художника, организующего жизнь своих персонажей ровно в том пространстве, которое предлагается обстоятельствами. В знании ландшафтной фактуры художнику Любарову, кажется, нет равных. Где еще может обитать женское счастье, как не в российском захолустье? Со счастьем еврейским приходится обходиться осторожнее, чтобы не потревожить иудейской аскезы посреди православного балагана Новой Москвы. Стеснительные евреи на картинах Любарова так чутки к прошлому, что даже в тихом одиночестве выставочного зала, куда вряд ли войдут чужаки, ждут подвоха. Кажется, если открыть окно, тотчас пространство заполнят тревожные звоны храма Вознесения Господня у Никитских ворот. Впрочем, в зримом соседстве двух культур нет ни малейшего изъяна. Можно спокойно наблюдать друг за другом, снисходительно прощая имперский пафос одним и подчеркнутую отстраненность другим. Плох еврей, не желающий воспарить. У Любарова это не реминисценция Шагала и даже не намек на библейское происхождение всякого Мойши. Это всего лишь метафора земного покоя. Покоряясь судьбе, человек взлетает над городом, чтобы оттуда посмотреть, что же так тревожит его одиночество. Евреи – такая нация, которая может быть веселыми, а может быть трагичными. Поэтому позитива, мне кажется, и какой-то спокойной глубины ее намного больше. И Любаров это чувствует и ее в мир несет. Именно спокойная глубина живет даже не в холсте, а в самих героях Любарова. Поют ли они хором, спешат на молитву или просто засиделись в таверне, в которую на время превращено крохотное арт-кафе.
Если в среднерусском Перемилово о скоромном лишь помнят, то в еврейских кварталах Любарова даже краски изготавливаются по правилам кашрута. Кошерность в еде, в одеждах, в лицах. Разве что в глазах все та же мандельштамовская тоска, как память, о которой можно только молчать. Всякий репортаж о выставке Любарова должен заканчиваться именно таким кадром. В конце концов, совесть тоже хочет побыть в чистоте. И вдруг вы, вполне себе, насколько я понимаю, процветающий оформитель. Машину купил. Советское время еще. Конечно. Абсолютно благополучный. Бросаете все это, так сказать, дело, бросаете город и отправляетесь в эту самую, значит, деревню. Это произошло в 91-м году. Да? Вот, во-первых, это произошло до путча или после? И вообще, имеет ли это какую-то связь с путчем? Может, вовсе не имеет. Просто такой год запоминающийся. Значит, я вот не так давно понял, что все в жизни у меня происходит случайно. Угу. Может быть, из-за любви к писателям-фантастам, может быть, не знаю. Во-первых, мне родители сказали, что я родился случайно. То есть они давно ждали ребенка, да, и уже отчаялись, что они останутся бездетными. Угу. Вот, и отцу уже было там где-то 40, матери сильно за 30-30. То есть вы такой поскребыш, то, что называется, в народе. Поскребыш, да. И тут вот родился я. Родился случайно. Значит, случайно я услышал объявление по радио о том, что принимают художественную школу. Угу. И поступил в художественную школу. Может, не услышал? Не знаю. Угу. Значит, случайно встретил жену свою, с которой уже давно живем и, по-моему, неплохо живем. Случайно мой москвич заглох в том месте, где находилась деревня Перемило. Мы искали дачу. Угу. Причем какое-то было объявление, какая-то деревня, значит, Ивановская была. Ну так, навигаторов нет. Мобильных телефонов нет, ничего нет, мы заблудились. Угу. А машина у меня была очень оригинальная. Она могла заглохнуть на ходу. Это удачное свойство для машины. Может, потому что моя первая машина, я ее очень любил. Москвич. Но первая машина самая любимая всегда. Да. Ну, он сколько он мне дал пригореть в жизни. Сейчас бы я уже давно бросил бы такую машину. Почему он глох? Там оказалось, что кто-то забыл кусок железа в бензобаке. Иногда не перекрывала, машина ехала. А когда перекрывал, заглох. Что делать? Пошел в деревню. Говорю, ребят, может, кто что понимает. Встал и не едет машина. Какой-то праздник был, они все веселенькие такие были. Говорю, да сейчас, что там? Какая машина-то? Москвич 400. Это новые, что ли, говорят, машина? То ж, интересно, посмотрим. Там электроника, да? Mm-hmm. В отличие у них там эти козлы. Короче говоря, они мне починили машину. Это не один раз было. Mm-hmm. Еще в других местах я застревал. И вот так же я ходил к работягам, да, кто немножко... Не пропили мастерство. Да. Кто немножко разбирался в машинах, они мне чинили машину. Короче говоря, вот так машина заглохла, и я попал в деревню Перемило. Мне говорят, какой Ивановский? Я говорю, Ивановскую ищу. Какой, говорит, Ивановский? У нас Андрей дом продает. А Андрей построил дом. Он историк по образованию. И он первый в своей жизни построил дом. Дом был кривой косой, честно говоря. И он просто, ну, просто подзаработать, значит, построил дом. И тут вдруг человек на москвиче, вообще на новом, все. Я же тут же и купил дом. Я вдруг понял, и хорошо, мне жена не отговорила, да и она, мне кажется, тоже поняла, что это вот, знаете, как, вот это мое место. Это ваше, ага.
как это... Но вы сразу решили, что это будет не только дача? Я ничего не знал. Или это потихоньку засасывало вас? Дальше я строил, ездил в Москву. Москва мне все больше мешала жить. Думал, на что я буду жить, не очень понятно. Так потихоньку я, в общем, целом из Москвы переехал в Перемирово. А когда вы пришли к мысли это все дело рисовать? Ну, почти одновременно. Одновременно, да? Да, да. Ну, может быть, первые 2-3-4 месяца я занимался только устройством жизни, а потом я начал рисовать. А, тут еще одна случайность. Издательство Apple III Press, это Великобритания. Не зная, что я уехал в деревню, пришел мне заказ проиллюстрировать книгу русских пословиц. Это издательство, которое издает пословицы по всему миру. У них серия такая есть, да? Вот, ну, как-то вот они меня, значит, каким-то образом они меня знали, какие-то выставки у меня книжные были, не знаю. Вот, и я приезжаю, говорю, слушай, говорит, тут на тебя заказ пришел. Приезжаю, вот, проиллюстрировать книги русских пословиц. Пойдет через наше издательство, вот, там, гонорар поделим пополам, там, я уже не помню. Ну как, пословицы? Я думаю, у меня герои моих пословиц ходят мимо меня, понимаете? Под окнами, да. Под окнами. Курят, рассуждают, говорят афоризмами. Я говорю, ну так что, конечно, я беру. Вот, сделал я эту книгу. Уже сделал вот с этими, так сказать, перемиловскими персонажами, да? Ну, наполовину, скажем, еще. То есть эта книга мне помогла войти в тему. Интересно. Как интересно это все складывается, вообще замысел художественный. И вот... Да вот все случайно. И вот все думают, вот он какой молодец, выбрал пословицы, там, там нашел Перемилова, там еще что-то. А все оказывается... Ну, с людьми этими вы сказали, что, в общем, вы сошлись легко. Или все-таки они какое-то время вас воспринимали как какого-то такого барина, конечно, городскую какое-то штучку? Какое-то время они пытались... меня обмануть в чем-нибудь. Ну да, как-то лоха вот, такого, лоха. Лох, да. Ничего не знает, он ничего не умеет, значит, там взять побольше, взять побольше, дать поменьше. А потом мы все подружились. Много для этого пришлось с ними выпить? Обязательно. Обязательно. У меня там даже философ, печник нашелся. Он, правда, мне печку делал, меня измучил всего, наверное, полгода делал. И каждый вечер надо было с ним выпивать. Но зато он мне стольким мудростям научил. Например, он такую вещь сказал, понравится это людям или нет. Он сказал, что нам свобода не нужна. Не нужна нам свобода. Я как-то тогда это мимо ушей... Да, он как-то развил эту мысль или так ее афоризмом оставил? Нет, ну, развил мысль, что мы люди, ну, что ли, не самостоятельные. Такие вот неответственные. События последних десятилетий доказывают его правоту. Да, мы можем, надо идти на работу, а мы напиться можем. То есть самокритика какая, понимаете? Ну да. В основном же люди, наоборот, говорят, мы же самые великие вообще-то. Ну да. Мы там самые умные и ну, самые конечно. Великие. Народ богоносец, просто, особый путь и прочее. А этим просто там, этим повезло, этим повезло, этим повезло, а мы-то... А тот человек критически к себе подошел. Нет, говорить с ним было очень интересно, очень интересно. Такую вещь он мне сказал, как-то у меня это видимо. Да, мысль, прямо скажем, с одной стороны, простая, с другой глубокая. Заставляет постоянно к ней возвращаться. А мне так события без нашей свободы жизни. Ничего, вообще ничего не никак. Скажите мне такую вещь. А да. Что вас вот в этом Перемилово и в его обитателях больше всего привлекает? Вот что это остановившееся время, или что это вообще какое-то выпадение из реальности? Или еще что-то, я не знаю. Значит, я попал в совершенно другой мир. Вот Москва, советское время, не советское время, это как какой-то тоже свой мир. Да? Я ее
чувствовал, в чем-то любил, в чем-то не любил. А там я попал в мир других людей, других отношений. Не говоря о том, что там другой воздух. Легкость какая-то поступков их. Они не заморачиваются так. Вот там ураган идет, крыши срывают, да? Я весь нервничаю. Из себя выхожу. Угу. Ребята, что-то, сейчас кошмар будет. Да ладно тебе, сейчас это все, хмарь вся пройдет, все будет нормально. Видишь, проходит хмарь. Проходит. Ты лучше выпей, посиди, отдохни. Понимаете, они меня научили какому-то спокойному отношению к жизни. Ко всему. Не надо нервничать, не надо. Володь, ну это вот что? Это какая-то идеальная Россия? Это Россия, которую мы потеряли? Или это все-таки такой, так сказать, отдельный какой-то такой феномен, в который... Ну, я могу это рассматривать только как отдельный феномен, угу. Потому что у меня нет возможности там пожить еще в другой деревне и угу. сравнить. Mm-hmm. Но там вообще-то и округа вся, не только, вот, не только mm-hmm. деревня, там и округа такая, как бы нахожусь с ними общий язык, мы обсуждаем какие-то темы. Mm-hmm. Вот. Кстати говоря, я помню, что вот когда в начале было, все были политизированы жутко. Mm-hmm. Все были против коммунистов, потому что председатель... Сейчас хорошо его турнули, но это вор, это же ужас какой-то, они говорили. Просто кошмар. Все хорошо. То есть они были полны оптимизма. Надежд каких-то, да? Да? Угу. В 92-м году, когда цены взлетели, угу. они сказали, ты что с вот своими демократами тут творишь? Я говорю, я-то ладно, вы чего, ребята, на меня? Ты в Москву же ездишь? Едешь. То есть не понравилось. Угу. Работу потеряли, хотя до этого работали. Сейчас, кстати говоря, надо сказать, ситуация изменилась. Во-первых, ну, появились какие-то фермерские хозяйства, появились какие-то магазинчики. Во-первых, можно что-то купить. Ну, потому что раньше я все вез в машине. Все. На неделю весь провиант. Там ничего не было. Немножко повысились пенсии, повысились немножечко их зарплаты. Они как-то не ропщат. А вообще как... А политика их не интересует. Не интересует. А вначале интересовало. Да, вот видите, как тоже очень показательно. Отвечаю за свой уголок. Да, я понимаю, да? но я думаю, что на самом деле это очень такой индикатор правильный. Возможно, какой-то. Возможно. Как-то раньше, ну, как не зайдешь куда, тебе приходит все, начинают про политику. Mm-hmm. Как там Ельцин, как там, не знаю, Чубайс. Mm-hmm. Да, что еще тут ждать, как ты считаешь нам. Да. Mm-hmm. Сейчас нет, не спрашиваю. А вообще деревня живет или все-таки вымирает? Значит, деревня. Деревня, в общем, практически все мои герои умерли. Ах, Господи. Все герои мои. Ну, они, и пили много или все-таки так? Они, во-первых, постарше были, не мне, немножко. Ну, и пили побольше, чем я. Пили побольше. Но деревня не только не умерла, она как бы даже расширилась за счет дачников. Ну, за счет приезжих. Ага. Да, за счет приезжих. Но они ведь тоже, знаете, когда тоже они начинают копаться в огородах, мед там замечательный делают, там самогон. Ну, они как-то начинают ближе к земле. Ну, конечно, они тоже меняются, их тоже как-то это преображает. Тоже меняются, преображаются. Дома сейчас строятся. Угу. Я приехал, вообще было, по-моему, 4 нормальных дома, а сейчас там уже домов 40. Угу. Так что деревня растет. Изменился состав, который... С одной стороны, радует меня, с другой стороны, радует, потому что ушел мой герой. Ну, в том-то и дело. А вот вопрос о ваших героях. Им-то как ваши картинки нравились? Они в них себя узнавали или что? Они были горды тем, что вы их рисуете? Семёныч, парень, ты хороший. Но рисуешь ты черти чего. Серьезно? Да. Ну, красиво же должно быть, Семёныч. Букет цветов нарисуй.
Ну, пейзажи посмотри у нас какие. Ну, что ты рисуешь, какие-то мужики пьяные, толстые тетки. Нет. То есть все-таки вы не прошибли их? Ну, там как бы были люди, которые немножко, немножко благосклоннее к этому относились. Но в общем целом я не обижаюсь. Во-первых, все-таки нужна какая-то подготовка для того, чтобы воспринимать как бы такое отвлеченное. Ну, конечно. Ну, конечно. Люди должны, это не только люди должны там искусство знать, они должны книжки читать. Ну, конечно. Они в театры должны ходить. И наивное искусство, оно же только кажется, как бы, так сказать, таким наивным, простым и одноплановым. Оно на самом деле куда изощреннее какого-то русский реализма лубок, такого. Какой мудрый. Конечно. Они там подтрунивали над всеми. Это же мудрое искусство. Люди вообще никакого образования не получали. Я еще такой вам уже, раз мы заговорили немного о стиле, я вот еще о чем вас хочу спросить. Вот кто все-таки... Вот такие, все-таки, потому что ваш стиль же, он, наверное, во многом вы уже взрослым таким человеком сформировали этот стиль. То есть он формировался все-таки во многом как-то, так сказать, умозрительно, что ли, не просто чисто по наитию вот так. Взяли и стали это свое Перемилово рисовать. Вот все-таки я несколько художников назову, а вы скажите, тепло, горячо, холодно, кто это вот? Повлиял? Пиросмани. Все наивное искусство. Шагал. Меньшей степени. Меньше. Тишлер. Потому что есть у вас эти замечательные женщины со штуками всякими на голове. Ну, я, если... Нет, я конечно, знаю, но... Наверное, нет. Нет, да? Руссо. Вот. Андрей Руссо. Да, просто это очень чувствуется. Дело в том, что Андрей Руссо, наверное, мой самый любимый художник. Ага. Ну, серьезно, интересно как. Да. Это очень чувствуется, конечно. Пикассо зауважал за то, что он ему нравился Руссо, потому что я к Пикассо очень холодно отношусь. А то, что он собирал все его... У него там пейзажи есть. Вот такая пейзажи. Вот у нас говорят пейзажи. Смотреть на это невозможно. Что он делал в этом пейзаже, карандашном, понимаете, там, там все, там симфония, там неожиданность, там взгляд, слова не передают, это надо почувствовать, понять. Да, Руссо, в общем, в целом, наверное, мой любимый художник. Я вам скажу, что я любил наивное искусство и русский лубок, когда делала иллюстрации. Это у меня сдалека. Тогда купить это было почти невозможно в советское время. Понимаете? Примитивное наивное искусство считалось чем-то низшим. Понимаете? Вот есть соцреализм, да, вот там. А это вообще не искусство, или это Репин, как бы из которого, такое. Серов, из которого вырос соцреализм. А это люди не умели рисовать, все, понимаете? Вот. А я как раз не был согласен с этой мыслью. Мне вот. По Лубку еще можно было купить книги, а вот там Анри Руссо я уже купил значительно позже. Ну, с Руссо, как замечательно. И еще был такой, я не знаю, может быть, это совершенно я не попаду, но был такой замечательный художник Александр Павлович Васильев, если вы помните, он и театральный, и станковист, и у него была совершенно, уже на склоне лет он сделал такую серию балбеток. И никогда вам она не попала? Знаете, я боюсь, что я даже не знаю. Интересно, вот это такие балбетки, то есть такие эти самые колотушки для раскатывания теста, но это балбетки, они одновременные персонажи, которые вступают во взаимоотношения, и это вот тоже такая целая серия, очень интересная, по-моему, прекрасная совершенно, так сказать, было его такое открытие, которое тоже, когда я ваши картины смотрю, у меня возникает это ассоциация. Нескольких Васильевых, конечно, знаю, но это явно не тот. Это явно не тот, видите, не... Понятно, понятно. Знаете еще к вопросу о стиле и сюжете, а как в этом вашем Перемилово евреи-то оказались, иудеи в таком большом количестве? Целый разговор. Что они там делают? Смотрите, у меня бабушка, которая... Да, с бабушкой понятно, что это все отложилось. Бабушка мне все рассказывала.
И вот где-то в начале 90-х годов меня пригласили еще как книжного художника на международную книжную ярмарку в Антверпен. И поселили, ну, случайным образом, как все у меня в жизни, на углу еврейского квартала. Ага. Принимали очень хорошо художника из России. Тогда перестройка. У них даже было на книжной выставке, там этими самыми латиницами написано везде. Перестройка. 92-й год. Уже Россия. Ага. Россия, перестройка, художник из России. Все со мной чокались. А я только что прилетел и прям сразу на эту... С устатку и не емши, как потом у Высоцкого. Потом труп довезли до гостиницы. Я просыпаюсь и чувствую, что голова трещит. Хуже, 100 раз хуже, чем пить с печником Володей. Столько, ну, разные напитки же они мне еще давали. Он мне говорит, это наша, голландская, это водка. Как она называется, забыл, как называется. Тебе надо попробовать. А это наше голландское пиво. Короче говоря, я пошел поправить здоровье. Ну, захожу в магазинчик и смотрю, странные люди там какие-то. Такие окладистые бороды, черные шляпы. Ну, в помещении они были не в шляпах, а те, что ходили по улице, они были в шляпах. Ну, да. И выпить нигде. Я понял. Нигде нет. То часы они продают, то какую-то одежду они продают. Вот. Значит, это первый раз в жизни я увидел ортодоксального еврея. Ну, да. Это сейчас у нас даже в Москве никаких проблем нет. Первый раз в жизни я увидел ортодоксального еврея. Значит, в конце концов, я с ними познакомился. Вот, им было очень интересно, что в России я, значит, короче говоря, я, когда я приехал, значит, в Москву, я начал литературу про евреев. Значит, что делалось? Да, значит, перечитывал Шолом Алейхема, Зингера перечитывал, потом читал. Короче говоря, мне эта тема жутко завели. Во-первых, всплыла бабушка, и я начал делать серию. Настолько меня это захватило. Начал делать серию, и она у меня не получалась. Она у меня не получалась до тех пор, пока я этих евреев не поместил не в деревню Перемилорово. Тогда сошлось, понимаете? Понимаю. Любовь к русской деревне и любовь к еврейским корням у меня сошлись, объединились, и они там это самое плясать зажили. Начали, в баньке начали париться, водку пить, понимаете, они там заплясали, зажили. Не забывая всякие свои Йом-Кипур и прочее. Три. А как же, они там все справляют, да. Петухов вертят над головой, пекут халы. На Песах, соответственно. Замечательно. Так вот и получилось вот это самое довольно веселое у меня еврейская деревня. Грандиозно. Последний у меня такой будет вопрос. Не надоело вам ваше Перемилово? Не исчерпало оно себя? Ну, больше никуда пока ехать не хочу. Разве что отдохнуть. Замечательно. Спасибо вам, было страшно просто интересно. Очень. Спасибо вам. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был художник Владимир Любаров, певец деревни Перемилово, ее придворный живописец. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.